Всем привет! Сегодня 10 марта. Приехал в сад. Буду проводить первую обработку от грибковых заболеваний железнокупоросом 3%. Сейчас как раз вот почки еще не раскрылись. Они, даже можно сказать, еще не набухли. То есть как раз период, когда нужно проводить обработку именно железнокупоросом. То есть он очень хорошо помогает от грибка, выводит грибок. В то же время он недорогой, как бы дешевый по финансовой части, незатратный. Ну и плюс хорошо справляется со всеми моментами. А также он будет выполнять функцию удобрения в саду. Все в почках грибки, парша, мучнистая, все лишайники, все вот это он сейчас будет выедать, работать. Препарат дешевый, хороший. Мне он нравится. Я им каждый год работаю. Именно по закрытой почке весной. Так, приготовил я все, чем буду работать сегодня. Купил себе опрыскиватель, потому что ручным чуть-чуть задолбался в том году опрыскивать свой сад. То есть у меня уходило очень много времени на это. То есть я подсобирал денег, решил купить более профессиональную вещь, качественную. Сейчас буду им пробовать. Еще им не работал. Посмотрю, как и что. Дома я поважил по 300 грамм железнокупороса в пакетике. Вот этот пакетик 300 грамм буду разбавлять на 10 литров воды. Перемешивать хорошо и обрабатывать 3% препаратом уже наши свои деревья. Как я это делаю, сейчас покажу. Берем содержимое пакета, высыпаем в ведро и заливаем водой. И заливаем водой. Наливаем 10 литров воды. Сейчас зальем, хорошо перемешаем его. Работать надо свежеприготовленным раствором. Так. Помешаем хорошо. Работать нужно свежеприготовленным. Ни в коем случае не делать раствор, а потом там через 2-3 дня начинать опрыскивание. Лучше работа свежеприготовленной. Не добавляйте в железный купорос известь. Это неправильно. Известь добавляется в медный купорос. Делается бордовская смесь. В железный нет. Просто самим железным купоросом. Сейчас размешаем, зальем в бачок и будем обрабатывать. Все, перемешали, сейчас будем заливать опрыскиватель препарат. Опа. И уже брызгает, смотреть, как он будет работать. Сейчас заведем его, посмотрим. Еще вспомним, как он заводится. Подкачать надо бензин. Thank you.
Вот я опрыскал садочек. Конечно, штука классная. Облегчает труд очень сильно. Опрыскиватель. Я за него чуть позже сниму более детальный обзор. Так что опрыскивайте первый раз жирным купоросом сад свой, и не будет у вас грибков. Будет он расти и радовать вас целое лето, потом давать вкусные, щедрые урожаи. Всем спасибо за внимание, всем пока.